то когда мы поворачиваем сюда, здесь всегда пробки. И вот понятно. Это вот мы можем ехать минут 15 на свою зеленую. Понятно. А здесь вот разные там. А по времени до зеленой сколько едете? Да когда как? Если пробки и полчаса. Небольшое расстояние, но большие временные затраты. Жительница Левобережья Татьяна Викторовна каждый день тратит на дорогу больше часа. Нет удобных маршрутов. Вместе с заместителем главы Игорем Панчуком и заместителем министра транспорта Анной Крутовой она проехала в городском транспорте. Показала наглядно все недочеты и предложила изменить маршрут автобуса номер 5. Идея признана целесообразной. С сегодняшнего дня ее воплотят в жизнь. Пока в тестовом режиме. Сейчас изменится маршрут в первую очередь с понедельника, для того, чтобы мы могли посмотреть, какая будет динамика, и в последующем будет определено, какие виды транспорта добавить, перейти из среднего на большой класс или увеличить количество автобусов. Вопрос транспорта на постоянном контроле. В городском округе профильные ведомства регулярно проводят мониторинг маршрутов, выявляют недочеты, чтобы сделать жизнь химчан более комфортной.